Недавно на ваших берегах высадились мои братья-иезуиты и обнаружили, что у нас много общего. Мы беззаветно преданы его святейшеству Папе Римскому, вы – даймё и сёгун. Наша верность нажила нам множество врагов, и с этим ничего не поделать. В вашей стране началась смута. Власть сёгуна слабеет, и вам самим угрожает подлая червь. Однако вместе мы сильны. Торгуя с нами, вы обретете богатство и оружие, которое сможете раздать праведникам. Рядом владение Оути, ваших заклятых врагов. Захватите эти земли, покарайте соперников и закрепитесь на континенте. Симадзу завидует вашему положению при дворе сёгуна и дружбе с нами. Остерегайтесь их, они, ослепленные жаждой власти, стремятся погубить вас. Будьте настороже, и тогда беда пройдет стороной. Язычники уверуют в Христа или будут уничтожены. Если будет на то воля Господа, дом Атома одержит победу.